После стремительного старта лишь рев моторов и пыль, а впереди сложная трасса длиною в километр. Главная задача участников – финишировать первым. Стоит отметить, что наравне со взрослыми только в своей возрастной категории исполняют трюки и юные мотокроссмены. Я с 4 лет, мне сейчас 11 лет, я занимаюсь 7 лет. Мне нравится прыгать, ехать. Меня папа тренирует, я его слушаю. Я мечтаю стать чемпионом мира. В этом году в очередной раз трассу опробовали спортсмены не только из Бурятии, но и из Читы, Иркутской области и даже Монголии. Всего около 30 мотогонщиков. Растущий интерес к чемпионату организаторы объясняют просто. Опыт, который накатывается ребятами здесь, вы его не приобретете просто так на дороге. Трасса пыльная, скажем так, нелегкая, пыльная, но все равно оно этого стоит. По итогам соревнований первыми финишировали гости из Монголии, а также из Читы и Ангарска. Улан-Удэнцы же забрали все вторые места в каждом классе. Валентин Санджиев, Инесса Дондукова. Новости дня.